Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я вам покажу вот такого вот мега ящика Дэрила. Появился даже, ну, как не недавно, а давно. Появился как-то, может, месяцев, не знаю. Я не знаю, простите, если я, может, ошибаюсь, в мае где-то появился новый скин мега ящик Дэрил. Его давали бесплатно в магазине. Вот. Он вот так вот выглядит. Сейчас уже его эта акция пропала. То есть, кто успел его забрать, тот молодец, а кто не успел. Ну, в принципе, не моя вина. Окей. Вот так этот Дэрил выглядит. У него подвижны вот эти вот руки. Они двигаются вверх и вниз. Вот так. И подвижна голова чуть-чуть. Вот. Я чуть ее повернул, и вот эта верхняя часть подвижна. И все. Такой вот мини-Дэрил. Мне кажется, на Дэрила этот скин... Этот скин на Дэрила получился, ну, прикольным. И он похож в Лего-версии. И сам скин в Brawl Stars прикольный. Ой, у меня рука отвалилась. Ладно. И мне кажется, реально он похож получился в Лего, и мне кажется, это один из самых лучших скинов на Дэрила. Мне этот скин понравился. Напишите в комментах, понравился ли вам этот скин на мега ящика Дэрила, как вам он. И напишите еще, как вам моя самоделка Дэрил. Короче, вот такое вот было видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока-пока.